Председатель правительства Республики Дагестан Абдулмуслим Абдулмуслимов провел встречу с первым заместителем губернатора Хакима Самаркандской области по финансово-экономическим вопросам и сокращению бедности Фирузом Абиловым. В ходе встречи замгубернатор отметил, что у Самаркандской области с Россией на данный момент складываются хорошие взаимоотношения в сфере инвестиций. Кроме того, стороны обсудили вопросы обмена опытом по развитию историко-культурного и этнического туризма, работы с молодежью в части духовно-нравственного воспитания. Премьер-министр Дагестана отметил, что интерес также вызывает и процесс подготовки кадров для легкой промышленности. Вскоре делегации обменялись подарками и рассказали о их ценности для народа. Так Абдулмуслим Абдулмуслимов вручил замгубернатору сборник произведений великого поэта Расула Гамзатова. Во-первых, вот такой сборник мы издали. Как будто ждали, да? Я, наверное, предвидел, что это вы любите Расула. Поэтому, например, вот открыл, читаю, вершины и горные доли, июньские одетый наряд, как будто на крыльях из школы вернулась домой Асьяр. Подведя итоги совещания, стороны обсудили вопросы развития сельского хозяйства и торговых отношений, а также запланировали взаимное открытие коммерческих объектов, где будет представлена национальная дагестанская и узбекистанская продукция.